Так, на видео демонстрация работы прототипа самодельного модуля защиты от протечек, собранном на базе Arduino. Сами сенсоры используются готовые модули. Модули дождевой воды, как они называются у китайцев. Значит, в исходном состоянии система держит управляемые краны закрытыми. Значит, стоит два крана на холодной и на горячей воде. В текущий момент вот на дисплее видно, что датчики, что краны закрыты. Значит, мы сначала открываем краны и переводим систему в рабочий режим. Также модуль умеет отправлять статистику на известный ресурс ThinkSpeak. .com. Для этого используется модуль ESP12 для коммуникации с сервером. Так, в текущий момент, значит, мы открываем воду. Видим, что вода потекла. Теперь имитируем протечку. Просто касаемся мокрым пальцем сенсора. Видим, что система демонстрирует, звучит тревожный сигнал, и вода закрывается. Показывает, что оба канала закрыты. Также модуль подключен к счетчикам воды с импульсным выходом и собирает свою статистику и также отправляет ее, так скажем, в облако, где уже онлайн можно смотреть статистику за день, за месяц, за все время, видеть графики потребления воды.